только посмотрите, какой вид из этого места. В джакузи с двумя девочками отдыхает Робзик. Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Роблокс. Сегодня мы с вами продолжаем играть в симулятор качалочки. Как видите, у меня уже моя качалочка немножечко улучшилась. У меня здесь такое есть джакузи, смотрите, с девочками, Мэри и София. Эй, София, куда убежала? Мэри, ты же останешься со мной. В общем, друзья, мы с вами будем сейчас строить нашу качалочку. Отходим немножко от темы. Хорошая джакузи, мне нравится. Но нам нужно делать нашу качалку, развивать наш бизнес и зарабатывать деньги. Как видите, я накопил 3700 долларов. Построил немножечко второй этаж. И построил несколько новеньких груш. Давайте мы с вами, наверное, достроим сейчас второй этаж. Вот сделаем такой уже побольше. И дальше будем развивать нашу качалочку уже в правильном направлении. Итак, нам нужно покупать магазин, хорошо, конструкции. Нам нужно вот таких вот... А, еще мы пол... можем менять цвет. Так, нужно купить нам таких, я не знаю, давайте возьмем много. Думаю, хватит. Так, билд. Потолок. Так. Оп. Сколько нам нужно таких штучек? У меня сколько? А я, наверное, маловато купил, друзья. Мне кажется, нам не хватит. Так, а у нас, кстати, потемнело. Это что такая за взлетная полоса? А почему дорога оказалась... Это что, для самолетов, что ли? Ничего себе. Я что, я раньше такого не видел, друзья. Так. А мне что, не хватает уже? Нет, хватает. Смотрите, мы сейчас вот здесь делаем. Вот здесь и вот здесь. Так, давайте пока вот так вот закончим. Так, 8 штук осталось. Давайте мы в магазинчик зайдем. Купим сейчас стены. Стены. Раз, два, три. Так. А где здесь окна? Где я могу окна купить, друзья? Кто знает, как и где купить окна? Так, стена. Ну, хорошо, это стена. А как я окно могу поставить? Стены-то я сейчас сделаю. Стены — это хорошо. А освещение? Освещение, окна. Так, давайте мы закроем то, что у нас не закрыто. Вот, хотя бы вот так. Вот. Так, хватит, 7 стен у нас осталось. Давайте посмотрим магазинчик. Фурнитура. Освещение. Есть здесь такая вообще функция освещения? Это что такое? Это все не то. Лежачки, диванчики, пуфики. Так, здесь у нас качалочка, чисто качалочка. Ну ладно. Я, кстати, не знаю, возможно, здесь нет освещения, потому что я ни у кого освещения не вижу. Так, магазин. Надо, знаете, что купить? Нам нужно вот такую штуку купить. О, беговые дорожки. Вот что будет круто. Все, друзья, мы сейчас, смотрите, что делаем. У нас второй этаж будет с видом на море. Во, я придумал, где они? 7 штук. Мы их вот так ставим, смотрите. Хлоп. Хлоп. Смотрите, вот это красота. Так, сколько осталось? Во, смотрите, как круто. Так, это мы убираем. Сейчас сюда ребята поднимутся. И будет вообще та. Смотрите, побежали уже. Так, а мне все-таки найти стекла нужно. Возможно, я где-то я ошибся. Возможно, вот эта стена. Смотрите, если я поставлю эту стену. Так, идит. Так, возможно, ее можно... С. Во. Смотрите. Вот. Full window. Вот оно что, смотрите, друзья, вот. Ага. Так, мне получается, я могу... Мне вот... Я поставил окно? Ну ладно. Ладно, поставил, так поставил. Смотрите, мне здесь нужно окна поставить. С. Customize. Я... Вот мой подписчик. Привет, дружище. Так, а вот такое если сделать? Ага. 10 долларов. Вот такое 10. Вот! Я хочу такое. Как его это? Вот так. Вот! Это уже круто, друзья. Вот эта стена у меня будет прям полностью из стекла. Ну, до туалета. В туалете я не думаю, что нужно ставить на стеклянные. Так, не надо мне ничего такого. Так, это мы закрываем. Немножко неудобно. Но ничего, сейчас мы все сделаем. Нет, вот эту штуку надо. Вот так. Красота, друзья, смотрите, как круто.
Обалдеть. Так, на туалете у нас будет, правда... Ух ты, ёшки-кошки. А из этой штуки можно сделать дверь? Например, дверь. Так, кондиционер, телевизор можно поставить. Угу, двойное окно. Где дверь, ё-моё. А как дверь это делать, ребята? Как дверь сделать? Там не в туалете, нужна дверь. Так, возможно, где-то нужно покупать ее. Так, конструкции. Дверь. Ну, допустим, я сейчас поставлю вот такую дверь. Так, деревянный пол. Это еще пол можно покрасить. Ха! Прикольно. Водичка. А для чего водичка? Куда ее? Фурнитура. Так, фурнитуры. Нам не хватает фурнитуры по любасу. Надо вот таких вот штук поставить. Пару урн. Бамбуковых вот этих фиговинок. Так, нужно, я думаю, диванчик купить. А что такое? Кресло нам не нужно. Так, душевые. Душевые нужно, друзья. Во-во-во-во-во. Я думаю, нам нужно, на втором или третьем этаже у нас будут с вами душевые. О, машина, автомат торговый. Хорошо. Скамейка. Все, ребята, смотрите, мы сколько с вами накупили. Итак. Нет. Стройка. Эти штуки нам не нужны. Эти тоже не нужны. Вот такую штукенцию. Ну, нам сейчас... Вот. А пускай стоит. Что она будет? Вот. Пропадать-то. Так, дверь. А, дверь мне нужно вот сюда будет поставить в дальнейшем. Так, деревья. А я могу деревья на улице поставить? А, не могу. Так, давайте у нас здесь будет дерево. Вот здесь будет дерево. Смотрите, как прям по феншую. Так, сколько у нас еще? 2 осталось. Так, давайте у нас вот здесь будет. Наверху будем ставить? Нет, наверху не надо ставить. Пускай внизу. Вот здесь возле окна пускай стоит. И все. Пока больше некуда. Так, вот эту штуку нужно поставить. Обязательно нужно поставить. Вот здесь пускай стоит. Ага, так. Я думаю, нужно вот сюда поставить возле окошка. Вот, красота. Это что такое, диванчик? О, диванчик вот тут пускай стоит. Так, автомат с напитками. Вот здесь пускай стоит. Все, круто. Лавочка. Лавочка нужна вот здесь. Так, и еще одну, друзья, лавочку мы сейчас купим. Срочно нужны лавочки. Они хорошо, кстати, смотрятся. Так, строим. Где мои лавочки? Вот, смотрите. Мы их можно их совместить вот так. А, нельзя. Все, ну вот так вот, смотрите, мы лавочки поставили. Хорошо, прям вкусненько стало, смотрите. Так, нам нужно обязательно докупить стены. Прям вообще, смотрите, стены хорошо. Можно, если дело стеклянными, оказывается, это прям круто. Так, покупаем. Надеюсь, мне хватит денег. Хватит, я думаю. Так, строим стены. Вот. Хлоп. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Промазал. Ладно, мы ее потом уберем. Сюда. Так, а здесь, ну... Как ее поставить-то? Тут лестница мешает мне, пипец. Ну, а как я ставить теперь дверь? Из этой лестницы. Так, мне придется лестницу подвинуть временно. В. Мув. Ну, давай уже. Я могу что-то... Ой! Сорян. В. Они без лестницы залезли, ребят. Они без лестницы залезли. Это капец. Так. Стройка. Мне нужно еще одну такую штукенцию. Все. Так, а где моя лестница? А где лестницу теперь взять-то? Так, куда ты? Давай магазин. Мне нужно, ребята, магазин. Срочно нужно лестницу. Я продал ее нечаянно. Так. Ага, я могу же себе что-то... А, другую лестницу нет. Ладно, только один вид лестницы. Давайте. Так. Пим. А как ее поставить теперь? Итак, друзья, игра забагалась. Пришлось перезаходить, чтобы поставить лестницу. Теперь у меня лестница стоит. Сейчас мы поставим еще одну урночку. Вот сюда, ну возле туалета должна быть урна, правильно, ребят? Все, красотень. Теперь деньги копятся, просто капец. Кстати, вот этот автомат. О, $2 мне принес. Неплохо, заработок. Ну почему, тоже заработок. Так, давайте мы сейчас
Угу. У меня еще вот такие вот штукенцы есть. Почему-то я поставил низ угла. Почему я так поставил, как кривовато так? Так. Ага. И получается, здесь я ошибку допустил. Здесь я допустил ошибку. Так, нужно подвигать. Подвигать сюда. Все. Ставим теперь еще окошечко одно. Вот, что ветерочек нам не задувал. Здесь мы тоже еще окошко. Еще окошко. Еще. Смотрите, красота какая. А мне хватит? У меня еще 5 штук есть, да? Ну, если что-то купим. Ребята, денег реально теперь куча. Посетителям, походу, понравился мой зал. Так, давайте докупим. Магазин. Срочно конструкции. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Еще понадобится все равно. Так. Ой, потолок нам не надо. Давайте мы вот это вот. Чик. Сюда. Так. Что это у нас? Вот. И где еще одна? Чтоб не выпали. Не выпали с окна. Все. Это убираем. Теперь мы это все дело превращаем в кастомайз. Делаем вот такие вот штуки. Так. Все. Хлоп. Немножко неудобно управление с вот этим вот. Их бы, если бы автоматизировать как-то, было бы прям... А можно их все выделить как-то, нет? Жалко, что по одному окошку только надо все делать это. Так, сейчас мы вырежем все эти окна, сделаем такие вот прозрачные. Панорамные окна будут у нас. Ну, круто, ребят, смотрите, они бегают, смотрят на море, прям как по-настоящему. Так, осталось еще немножко. Так, вот эти два еще осталось доделать. Чтоб прям по феншую все было. Так. Готово, друзья. Смотрите. Короче, вот такое что-то у меня получилось. Ну, неплохо. Смотрите, какой у меня уже спортивный зал. Можно же докупать землю, ребята. А, вот кто надо бабульки тратить-то. Ясно, понятно. У меня территорию можно расширять. Я что-то не знал. Кстати, можно, получается... А если вот так сделаю? Ага, вот. То есть я могу докупить себе участок. Ух ты, причем неплохо, так я скажу, можно докупить. Я слил почти все деньги. Так, вот. И даже сюда хватило. Вот, но это мы потом в следующей серии. Кстати, друзья, я хотел показать, у меня есть такая штука. Смотрите, могу выбрать вот так, пам. Серфинг для VIP, самолет. Так, у меня есть вот такая вот штукенция, смотрите. Пим. Я могу поплыть, ребята. Ой-ой-ой, я могу поплыть. Мне надо поплыть. Садись давай за руль. Вот. Смотрите, я могу плавать. Что она дает, я не знаю. Вот на эту штуку заезжаем. И что будет? И ничего не будет. Так, у нас здесь, смотрите. Вот, буква И какая-то. Что-то мы должны коллекционировать. Давайте берем вот эту штукенцию. Так, мы выходим вообще в открытое море. Там какие-то острова еще есть. Ребят, смотрите, как круто. Так. Ух ты. Вы получили 100 опыта корабельщик. Я могу поплыть на дно? А, здесь ничего нет. Я думал, тут можно дайвингом еще заниматься. А, моя лодка тонет. В смысле? Смотрите, я вылажу, она тонет. Не-не-не-не-не. Давай, вычерпывай воду. Все, ребята, гребем к берегу. Ну, в баню, сейчас наша лодка еще потонет. Так, скорость 20. Я могу как-то ускориться? Там шиш. Заводи мотор. Мотор, кстати, где винт наш? Нет винта нашего. Какой-то ржавый фонарный столб. Так, тихо. Нужно вернуться в нашу качалочку. Где моя красивая качалочка? Где моя качалочка? Вон, смотрите, сдалека видно. Видите, как круто? Так, как нам туда попасть по-быстрому? Дорожка есть такая, да? Насколько я понимаю. Так. И куда она ведет? Я вот так вот пойду. Так, у нас еще какой-то есть магазин. Special Item Store. А что здесь продаются? Фига себе. У меня нет, друзья, вот этих вот штук. Смотрите. Какие-то поинсы. Ладно, это потом. Так, это мой же зал? Да, это мой, друзья. Ну все, друзья, на сегодня мы заканчиваем симулятор качалочки. Если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. С вами был Робзи. Хорошее настроение. Спасибо за просмотр. И всем покедова.